Качество дорог находится под пристальным контролем. Депутаты Карагандинского городского маслихата обсудили работу, которая ведется в этом направлении. На совместном заседании членов постоянной комиссии народные избранники ознакомились с состоянием отремонтированных участков автомобильных дорог. Депутаты Карагандинского городского маслихата постоянно контролируют, чтобы качество автомобильных дорог в ходе ремонтных работ соответствовало всем необходимым нормам. В ходе совещания обсудили работу в данном направлении. Сотрудники отдела административной полиции города Караганды на постоянной основе проводят обследование автомобильных дорожных сооружений города Караганды. В процессе обследования особое внимание уделяется на состояние проезжей части тротуаров, состояние наличия технических средств организации дорожного движения, уличного освещения. Сотрудниками административной полиции с начала текущего года проведено 54 обследования улично-дорожных сетей города Караганды. По результатам обследования в адрес уполномоченных органов и подрядных организаций выдано было 86 предписаний. Также на повестке дня вопрос обеспечения безопасного дорожного движения. Были усилены и ускорены работы по установке светофоров и специальных знаков, говорят специалисты. Три участка, 12 замечаний. РСУ. Три участка, 17 замечаний. Вот скажите, вот эти замечания до сих пор на сегодняшний день не устранены. Почему? В связи с чем? Есть представители автодор АБК? Депутаты также отметили, что есть уличные дороги, которые уже несколько лет не ремонтируются. Также обсудили такие темы, как плохое освещение улиц и пешеходных переходов, а в некоторых участках полное отсутствие дорожных знаков. Нами 126 улиц было осмотрено. На изучение было взято 332 материала, 64 из них не соответствовали норме. На сегодняшний день 28 нареканий были исправлены, а остальные 36 до сих пор не устранены. По словам подрядчиков, везде нанесена специальная разметка. Они заверили, что ремонтные работы будут завершены в конце ноября, если погода будет благоприятной. В 2024 году строительство и ремонт автомобильных дорог планировалось охватить 128,5 километров или 127 участков автомобильных дорог. Общей стоимостью 26,4 миллиарда тенге. Строительство и реконструкция 3 миллиарда тенге 7 километров. Капитальный ремонт 6,7 миллиарда тенге 9,3 километра. Средний ремонт 16 миллиардов тенге 115,2 километра. Текущий ремонт и бронировка 728,6 миллионов тенге. Из которых на сегодняшний день выделено 16,7 миллиарда тенге. Недофинансирование на сегодняшний день составляет 8,5 миллиарда тенге. Депутаты Карагандинского городского маслихата заявили, что будут держать под контролем ход всех проводимых работ. Нуржан Танербергенов, Олжас Габбасов, Роман Копылов, телеканал Сарарка.